Миром, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о насущном, о нефти. Но как она могла появиться в Коране и вообще упоминание о ней? Ну, тут не просто упоминание, здесь конкретно научные данные. А мы поговорим о фоссилизации. Это такой термин, обозначающий гниение, разложение микроорганизмов, морских животных, растений, которые находятся под давлением плит и постепенно превращаются в процессе этого гниения в нефть. То есть, ну, такую могли узнать, наверное, только совсем недавно. Неужто ли об этом знали, допустим, хотя бы лет 200 назад, или 300, или 400? Но разве не знает об этом Господь, который, собственно, это все и устроил, и таким образом предначертал нам открытие нефти? Вот слова Создателя в Коране. Послушайте. «Вославь имя Господа твоего, который все сотворил, придал форму и соразмерил. Так распределил по пути всему и направил, произрастил зеленые луга, потом поверх их в сухое, потом в черное состояние». Смысл 1-5 аятов суры Всевышний. И как бы, ну, понятное дело, что в конкретном постепенном процессе создания нефти не могли знать столь давно. И это еще один научный довод о том, что Коран не просто не противоречит науке, а даже может каким-то образом служить источником теории для того, чтобы их исследовать. К примеру, найти какой-нибудь аят, который описывает какое-то состояние человека, или состояние природы, и попробовать, допустим, проверить, так ли это, или же все-таки нет. То есть, ну, это как минимум кладезь знаний. Ну, если мне будет позволено сравнить, это как Тацит у Кейна. То есть, да простите меня, Всевышний. Поэтому, если вы не уверовали во Всевышнего до сих пор, то хотя бы прочтите Коран. Ну, поймите, что в нем столько интересного, что, ну, как минимум, вы должны, если вы человек эрудированный и любознательный, и искренне любопытствующий, то, возможно, должна вас заинтересовать и книга, которую читают 1,5 миллиарда людей на планете в данный момент. И есть источник на оригинальном языке. Поэтому мир вам, всего хорошего, надеюсь, вам понравилось.